соберутся статные и стройные девушки, а грациозные, сильные и быстрые спортсменки. Они вырастают из юных гандболисток. Профессиональные спортсменки, которые занимаются гандболом, как на подбор, высокие, стройные, с мышечным рельефом и очаровательными улыбками. Такой физической формы позволяют добиться только высокоинтенсивные тренировки, которых в гандболе больше, чем во многих других видах спорта. К этому спортивному ритму привыкают с детства, как и к постоянным соревнованиям. В этот раз в рамках открытого первенства городского округа Егорьевск среди девушек 2007 года рождения на игровом поле встретились егорьевские гандболистки спортивной школы «Лидер» и сборная Санкт-Петербурга. Это одни из наших серьезных конкурентов на многих соревнованиях. Ну, соперник был сложный и, да, встречались раньше. Сначала мы встречались с ним в Ярославле, а потом, когда приехали в Питер. И это же соперник будет на России. Тренер и игроки считают каждую игру важной, поэтому подготовка была серьезная. Еще на летних сборах девушки настраивались на насыщенный период игр. И начать его, конечно, хотелось с победы. Поэтому с самого начала игры гандболистки начали разыгрывать непростые комбинации на поле. Но при этом играли скованно и осторожно. На первых 10 минутах счет был примерно равным – 4-3 в пользу Егорьевска. На этой же минуте удалили питерского игрока. За что и насколько могут удалить игрока с поля? За толчок в спину, за то, что можно взять за горло и толкнуть, за неправильную защиту. Все. Насколько удаляют по времени? На 2 минуты. Красную карточку дают только за 3 удаления. Егорьевск на 15-й минуте вырвался вперед со счетом 8-5. Игра была напряженная и важная. Все нервничали – игроки, тренер и зрители. Но первый период закончился со счетом 12-9 в нашу пользу. Впереди было еще одно 20-минутное противостояние, но перед ним время на отдых. Несмотря на достойное опережение, недочетов в игре хватает. Поэтому девочкам объясняют, как правильнее вести игру, какие моменты предотвращать и в чем обойти противника. Мы всегда впереди, мы поддерживаем друг друга, и у нас дружная команда. А в чем ты могла бы быть недовольна в игре? Ну, у нас бывают ошибки, там 2 минуты, выбрасываем мяч, не пойми куда, ну просто так. И много ошибок. Шанс исправить ошибки как раз впереди. Время второго периода. Уже к 5-й минуте изменился счет, но активность гандболисток спортивной школы «Лидер» ничуть не снизилась. Девочки стабильно опережали петербургских соперниц на 4 очка. С каждой минутой игра наших спортсменок становилась увереннее. Вратарь команды из Питера не выдержала натиск нашей команды. Пришлось сделать замену. Но это не помогло. Мячи продолжали залетать в ворота. Мяч в ворота забросить сложно только с угла и с 9 метров, так как защита может выйти. Когда я забрасываю мяч в ворота, я чувствую гордость, радость за свою команду, за то, что мы можем, даже не можем, а выиграем другую команду. Слишком напряженной игра оказалась для команды из Питера. На счете 21-12. 8 минут до конца тайма и разрыв 8 очков. Получится ли догнать и перегнать хозяек площадки? Девушки очень старались. 2 минуты до конца игры. Счет 24-17. Но гандболистки лидера продолжали прессинг гостей и снова забросили мяч в ворота. Игра закончилась с победным для нас счетом 25-18. А впереди еще множество игр и побед.